И что наши ребята, честно говоря, было собрание антигептиловское. Я единственный, которого многие верили. Честно, я не верил, но в то же время, как я сказал, они говорят, давайте пойдем к Мусабаеву, он будет диалог. Я сразу сказал, Мусабаев не выйдет, наивно, потому что он, да, наивно в него верить. Человек, который в 2010 году говорит одно, в 2011 году говорит второе, в 2013 другое. Это не мужик, он человек, он слово свое не держит, поэтому мне честно сказать, желания встречаться нету. Я разговариваю с мужчинами глаз на глаз, с женщиной разговаривать не хочу. Это нормально. У нас тут мясо или большинство? Вот, пожалуйста, это одна из цитат, это российские ученые, да, приводят... Граждан, граждан, подвиньте, пожалуйста, разрешите. Алмасын деді, алмасын деді. Простите, а где представитель Акимата? Вы что тут беспределу двигаетесь? Позор нации! Вот, ребята, позор нации! Гедель, на меня посмотри! Классно, классно! Подожди, подожди!